В седьмой раз на Южном Урале пройдет региональный конкурс «Миссис Урал». Стартует он 4 марта и будет длиться 17 дней. Участие в конкурсе могут принять женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Главный приз – поездка на море. На самом деле, вот хочется сказать, чтобы все попробовали, потому что на самом деле это придает и уверенности, самооценку свою повышает и раскрывает новые грани личности и новые грани отношений в семье. На самом деле это совместимо с любым видом деятельности, с любыми нагрузками. И это очень интересный опыт, который нам необходим, я считаю. Первый этап конкурса пройдет 5 и 6 марта. Называется «Он стань женщиной мечты» и пройдет в формате форума. 2 дня девушек будут учить, как правильно ухаживать за собой, не тратя на это много времени. А приглашенные гости дадут советы о правильных взаимоотношениях с мужчинами. Через неделю состоится второй этап конкурса «Фэшн-события». Девушки выйдут на подиум и покажут себя в качестве моделей. Участницы будут учиться ходить, танцевать и держаться на сцене. И уже 20 марта состоится финальное шоу, где женщины покажут, как они изменились за 2 недели.